У нас в семье нашей любимой участницы нашего женского проекта Эльвиры Зардиновой в конце декабря родилась дочка Ариночка. И мы Эльвиру вот туда, вот в экран, в Эльвирочку, мы все поздравляем от участниц проекта, вообще от всех нас поздравляем, желаем здоровья. В общем, растите, радуйте маму, папу. Растите здоровыми, красивыми, такие же, как Эльвирочка, такая же, как Эльвирочка. Итак, подарок песни. Мама, первое слово, главное слово в нашей судьбе. Мама.